Руководство одного из крупнейших в крае торгово-развлекательных центров оштрафовали за нарушение противопожарной безопасности. ТРЦ-арена под пристальное внимание надзорных органов попал в начале июля после интернет-публикации барнаульцев о том, что во время очередной противопожарной проверки десятки людей оказались запертыми в здании. Они не смогли его покинуть, потому что запасные выходы из кинотеатра были заблокированы. В ходе проверки ТЦ сотрудники прокуратуры установили, двери эвакуационных выходов изнутри без ключа не открываются. За нарушение противопожарных норм руководство торгового центра привлекли к административной ответственности. Правда, штраф можно назвать символическим – всего 6 тысяч рублей.